Замерзают и недоедают без света жители села Нижняя Павловка Оренбургского района. Оренбургэнерго ведет капитальный ремонт. А каждый будний день в поселке отключают свет. И в итоге у людей в домах отключается отопление, а дети в детских садах и школах остаются без ужинов. Когда в селе наладится нормальная жизнь, узнала Юлиана Третьяк. Одеваться собираемся, чтобы не замерзли совсем. Пластаны вот эти теплые, вторые буду одевать. Пинжак одеваю. Одену, чтоб ноги не мерзли. Вот одеяло. Ложимся и одеваемся одеялом. Вот так вынуждены зимовать в этом году жители поселка Нижняя Павловка. Каждый будний день с часу дня и до 5 вечера в селе отключают свет. А у всех в домах стоят газовые котлы, которые работают только при включенном электронасосе. Вот сейчас у меня 48. Отключается свет 15 минут, и температура поднимается в котле до 70 градусов. В это время может и взрыв произойти. Потому что вода греется, вот только тут вот греется, все. И давление, и может произойти взрыв. Женщины рассказывают, с 1973 года живут в Нижней Павловке, и никогда такого не было. Свет, хоть и с перебоями напряжения, был всегда. А тут зима и отключение. Отключают они, пускай отключают, работают весна, лето и осень. А сейчас пускай не трогают наш свет. Что было бы, если бы свет так надолго отключали в теплое время года, возмущаются продавцы. Портилась бы вся продукция. Это радоваться надо, что отключают зимой, добавляют в магазине. Убытка меньше. Портится, конечно, все. Плохо. Молочек детское, вот это у нас все самое такое. Ну, куда деваться? Приходится страдать. В местном детском саду «Улыбка» малыши только что вернулись с прогулки и готовятся к обеду. Это последнее горячее питание за день, сокрушаются воспитатели. Плиты в столовой все работают от электричества, поэтому еду готовят впрок. А вечером и вообще сухпайки выдают. Дети, привыкшие к молочной каше, нововведения не одобряют, добавляют специалисты. Не могут сварить. Получают сухпайок. Получается йогурт, печенье, пряники, вот такое вот. И если в детском саду хоть отопление не связано с электричеством, то вторая смена в придуральской школе не только без горячего обеда остается, но и без тепла. С часу до 5 в школе вместе со светом пропадает отопление. Это еще хорошо, что на улице нет сильных морозов, добавляют учителя. Впрочем, не все жители села считают, что так уж плохо, что Оренбургэнерго ведет ремонтные работы. Естественно, у нас меняют столбы, меняют провода, меняют фонари. Это естественно. Это нормально. Ничего плохого в отключениях света зимой не видят и сами энергетики. Тем более, что мера эта вынужденная, не успели в теплое время года закончить работы. А делать это нужно как можно быстрее, добавляют специалисты. Безопасность превыше всего, в том числе и когда угроза поражения, так скажем, либо слета проводов с одинарных изоляторов. Все работы в Оренбургэнерго пообещали закончить к 1 февраля. Отключение света будут проводить исключительно во время оттепели. Энергетики пообещали пойти навстречу жителям и работать максимально быстро и эффективно.